Ох, Господи, как же все болит. И как меня угораздило. Ох, черт. Я же не вылезу. Так, не время для жалоб. Эта безысходность наполняет меня решимостью. Этот чудный коридор однозначно куда-то ведет. Приветик! Я Цветик. Цветочек по имени Цветочка. Ты Квиточка. Что? Я Цветик. Она еще и говорит. Черт подери, я возьму тебя с собой. Что? Как ты смеешь, мелкий идиот? Какая невоспитанная Квиточка. Он где-то в лаборатории. Человек в подземелье. Это историческое событие. Понюхать. Как же круто. Любопытно, как скоро он доберется сюда? Вот черт! Что же делать? Я совершенно не готова. Нужно спрятаться. Так, и что? Я прихожу, никого нет? Ау? Где здесь кто? Только не заметил. Кажется, здесь и вправду пусто. Да, точно. Все как обычно. Я вернусь в свое место. Меня здесь нет. Видимо, стоит зайти сюда позже.